Ну а продолжит нашу мультилекцию человек, который по праву считается, можно сказать, олицетворением атмосферы университета. Этот человек в период с 1965 по 1978 год был ректором университета и заведующим кафедрой теоретической физики. Сейчас свою лекцию вам прочитает академик Российской академии наук Вилаев Спартак Тимофеевич. Какого юмора хотите от меня? Я боюсь, что я... Юмор — это такая вещь, которая особенно не сохраняется в жизни, правильно? Вот, проходят годы, и как-то хорошее куда-то пролетает, в общем, ну... Раз хорошо, значит, все нормально, что особо это не мучит. А вот если что-то не получилось, вот это может сидеть занозой много лет, и вот это будет обидно. Поэтому вы меня извините, если я от юмора вас кину в обратную сторону. Я в студентах мы хотели видеть всегда активных, думающих, независимых людей. И казалось, мы делали все возможное, чтобы вот их так воспитывать. Но действительность бывает иногда такая несуразная, что вот нормальному молодому человеку, думающему, трудно принять. По-моему, 68-й год были известные политические процессы. Будоражило в основном интеллигенцию в Москве, а у нас молодые студенты, мы их воспитывали довольно активными, и вот их активность проявилась в том, что они замазали антисоветскими лозунгами тут много всего вокруг в Академгородке, и, конечно, был скандал. Был скандал, разбирались очень тяжело с этим вопросом. Конечно, сверху нас давили очень сильно. Но, тем не менее, нужно было со студентами разговаривать и как-то это объяснить. Для меня это было очень серьезной проблемой. Ну, как-то я, в общем, смог спустить это на тормозах, за исключением все-таки троих людей, троих наших студентов заставили исключить. Двое из этих студентов, ну, были нормальные ребята, их после исключения сразу брали в армию. Я с ними разговаривал, сказал, что я вам гарантирую, придете через 2 года из армии, мы вас восстановим. А считайте, что особенно немного вы потеряете. Это мы гарантируем, и с вами связь будем держать. А вот третий студент, которого исключили, мы его приняли в университет 14 лет. По-моему, даже еще и 14 его не было. Совершенный вундеркинд, молоденький физик. Уникальный был мальчик, и с ним Юрий Борисович Румер, очень яркая личность, тоже с трагической судьбой в свое время, очень яркий человек в Академгородке, он запомнился. И он его опекал персонально, и говорил, это уникальный мальчик, и
из него выйдет Ландау. Он так примерно говорил, потому что он с Ландау был друг в свое время. Даже их посадили в одно время. Ландау выпустили через год, Румор просидел 10 лет. И потом еще в ссылке 5 лет. Что можно было делать с ним? Его наши теоретики физики опекали все время. Он из довольно... У него только мама одна, семья. Вот. Она из Кемерово. Там мама была... Работала преподавателем в инженерном институте. Мы с ним очень говорили, знаешь, что вот подожди 2 года. Тебя сейчас, наверное, не примут ни в какой вуз. Пойди куда-нибудь. Он пошел в ремесленное училище. 2 года он там был, получил самые лучшие грамоты всякие, благодарности и прочее, прочее. Вот когда прошло 2 года, я считал, что мы его обратно принимаем на физфак. Мы договорились, что в конце концов 2 года прошло, те ребята возвращаются, мы их принимаем, я считаю, мы его тоже примем. Тем более, что он показал, что он не искал легкой жизни, работал на заводе, работал, так сказать, вот кончил ремесленное училище. И когда я запоздал, возвратился немножко на неделю позже, 1 сентября, в отпуске был, и мне говорили, когда я вернулся, вы знаете, категорически протестует горком партии, не дает его зачислить. Я начал звонить туда, там в отделе, они говорят, что это решение на самом верху, первый секретарь горком, Филатов тоже был. Я поехал к нему, мы ругались 2 часа. И я ему говорил, вы понимаете, этот человек может быть гордостью страны, сколько ему лет. А он говорит, для нас один человек ничего не значит, для нас важен принцип. Вот это вот столкновение так, 2 часа я пытался его и так, и сяк, и ничего не получалось. Что делать? Мы договорились, что поедет к себе домой, пусть поступит в вуз, какой угодно, а мы будем ему присылать постоянно наше задание и будем его тянуть заочно. Это продолжалось какой-то год, видно, затухло. И я не могу себе простить. Я не понимаю, что я мог сделать в то время. Вот такая история. Да. Правда, я не хотел бы называть фамилию, к тому же я не уверен, что я правильно память сохранила. Несколько лет назад ко мне приезжали в Москву, составляли из университета, в Новосибирском университете, здесь составляли какую-то книгу воспоминаний, там брали всякие интервью. И я об этом как-то сказал. Интервьюер сказал, вы знаете, вроде бы я знаю, о ком идет речь. Я говорю, что вы знаете его судьбу? Он говорит, да, он доктор наук, химик, работает в Красноярске. Я не верю, особенно не понимаю, может быть, это совсем не так. И вот эта заноза, которая у меня